я считаю, что это мудрость. Страховать, мудрость посещать иногда УЗИ внутренних органов, мудрость знакомиться с квалифицированными врачами. Есть книга неканоническая «Премудрость Иисуса», там 32-я, что ли, глава, или 34-я. Там написано: «Глупый пренебрегает знанием врача». А мудрость все-таки обращается к знаниям врача. И вера, она не заключается в отрицании врача. Вера заключается, когда ты знаешь четко диагноз, смотришь правде в глаза, ты включаешь все механизмы, и самое главное – это духовные механизмы. Там написано: «Исправь пути свои, омой руки свои, подумай, где ты грешишь, может быть, стоит изменить пути». Потом написано: «Принеси жертву, как если бы ты умирал, и не пренебрегай врачом, потому что иногда и у него, в его руках, может быть успех». И поэтому я считаю, это мудрость. Я не считаю, что обращаться к врачам – это неверие, это акт неверия. Очень часто мы за тем, что мы не ходим в больницы и не обращаемся к врачам, мы прячем свой страх. Вот за этим «я верю». Иногда за этим прячется просто страх. Я боюсь знать свой диагноз, и поэтому мне проще сказать, что я верю. Вот и все. А когда ты знаешь врага в лицо, по крайней мере, ты можешь с ним сражаться.